задание для учителя, записываем домашнее задание, потом идем на перемену. Всем понятно? Понятно. Эй, да кому это домашнее задание вообще нужно? Давайте тихонечко сбежим на перемену. Ребята, прямо сейчас, если хочешь узнать, чем закончится это видео, ставь этому видео лайк. Чем больше лайкосиков, тем больше видосиков. Подписывайся на мой канал и жми на колокольчик, чтобы не пропускать мои видосы. Ну чё, погнали? Задание. Ребята, с кем я вообще разговариваю? Ну, ё-моё! Пацаны, мы вас сейчас все снежками закидаем! Это сейчас мы вас всех закидаем! Ага, нас вообще-то больше! А мы сильнее! И чё? А мы вас уделаем! Всё! Погнали! Слушайте, а может быть разделимся на команды? Мальчики против девочек? О, хорошая идея! Девочки, давайте вы на эту сторону, а мы с пацанами на ту! Погнали! Да нас больше! Да вы проиграете! Вы по любасу проиграете! Ё-ху! Пацаны, запасаемся снежками, и сейчас махач будет! Ага, да! Девки, а мы сейчас с вами стоим, бегом лепить снежки! Да! Мы банда летяем! Да! Банда крутых! Да! Никто не заметит нас! Да! На ловушек тупых! Да! Ага, сейчас посмотрите, как мы вас снежками закидаем. Еще будете просить, чтобы мы вам поддали. Получай! На! На тебе! Лови! На! Вот она! Блин, пацаны, в меня Даша попала! Прикольно! Чё вы ржёте? Давайте, нападайте! На! Да мне с вами как-то лень уже играть! И вообще, я что, маленькая? Так, матрасик, покрывалка, подушечка, опа-опа, так, матрасик сюда, ой, чуть не упала, так, подушечка, и берем, покрываемся. Пацаны, вы видели, как я в Натаху прям в лоб попал? Да, а я Даше в живот, а я ботанше в левое ухо. Натаха, а что ты на обед сегодня в столовой будешь кушать? Не знаю, но булочки с горохом не хочу брать больше. А почему? Да у меня ночью от них живот так крутило. Капец! Ну а знаешь, короче, в столовую завезли круассаны с шоколадом! Я его по-любому сегодня возьму! Так я тоже тогда возьму!
Ну, вместе возьмем! Да! Да! Девочки, а где все лентяйки подевались? Настюха, Катюха, Натаха! Получай! Да Катюха вон на лежаках развалилась, матрасами постелила и отдыхает! Ужас! Зима, она загорает! Ага, а Натаха с Настюхой за елкой круассаны обсуждают! Давайте, пацаны, сильнее, мы должны их выиграть! Да. Давайте! Давай! Так, тихо, тихо! Ребята, вы помните, что у вас следующий урок физкультура? Я всех жду в спортзале, не опаздывайте! Следующий урок физкультура, погнали! Лентяйки! Погнали! Катюха, давай просыпайся! Следующий урок физкультура, погнали! Да какая физкультура? Лучше мохито мне принесите и блондина высокая. Какое мохито и блондин? Давай вставай на физкультуру! Ага! Давай! Ребята, я вас жду уже в спортзале. Вы где? Да идем, идем. Идем, Джессика, Кэт. Ну, наконец-то. Живее, живее, заходим в спортзал. Давайте, давайте. Ой, мне так лень физкультурой заниматься. Давайте лучше поспим. Катюха, ты, как всегда, гениальна. Самые лучшие идеи у тебя. Да, Катюха, я с тобой согласна. Давайте спать. Повторяем за мной упражнение. Начинай. Раз, два, раз, два, раз, два. Спортсмен, тебе не кажется, что ты не в ту сторону повернулся? Это не я не в ту сторону повернулся. Это вы все неправильно делаете. Да не умничайте. Раз, два, раз, два. Упражнения закончились. Следующее упражнение. За мной повторяй. И раз, и два, и три, и четыре. Умнички, молодцы. Вижу, старайтесь. Молодцы. Джессика Кэт. Ваши движения слишком скучные и старомодные. Да, Джессика Кэт, Даша дело говорит. Скучные и старомодные. Я здесь веду физкультуру, поэтому повторяем за мной. Ой, ну такие движения мне еще моя прапрабабушка показывала. Лет 95 назад. А как это 95 лет назад? Тебе ж только 15. Так, ботанша, не умничай, все. Девочки, нормальные движения. Они главное вот здесь, все, поясницы, разминаю. Джессика Кэт, а есть такие упражнения, которые вот здесь разминают? Нету. Тихо делай упражнение, которое тебе училка сказала. Спортсмен, мы делаем вот это упражнение, а не вот так. Я не могу вот так, я могу только вот так. Так, закончили упражнение, и следующее упражнение повторяем за мной. Слушайте, девчонки, может, все-таки пойдем на физкультуру, а то Джессика нам и двойки влепить может. Мне лень. Натаха, а ты че молчишь? А мне лень и пофиг. Значит, и мне и лень и пофиг, потому что мы банда лентяи. 3, 4. Не смотрите, что животики, арбузики, мы отличная команда телепузики. Посмотрите-ка на нас, мы девчонки высший класс. Настюх, иди сгоняй холодильнику. А чё это я? Ты иди. Да давай ты. Нет, в прошлый раз я бегала к холодильнику, поэтому иди ты. Ну ладно, что вам взять? Ну, мне возьми яблочко. А мне круассанчик, а себе что-то сама выбери. Хорошо.
Джессика Кэт, ваши все упражнения несовременные. Смотрите на меня. Какой ужас! Что это за движение? Ну-ка прекратите! Давайте сейчас еще вот это упражнение. Яички куриные. Ой, да пофиг. Так, Натаха просила круассанчики. Круассанчиков нету. Есть вафельки. Так, Настюха просила яблочко. Так, яблочко она просила. А накормлю я ее луком, вкусно ей будет. Настюха, я тебе яблочко принесла. Яблочко? Да, бери. Я всех жду. Я первая, душенька. Быстренько, быстренько, быстренько. Я же девочка! Мне пофиг, я же мальчик. Что здесь лифчики делают? Все равно. Не, ну вы это видели? Ага, наглешь. Да сейчас все мальчики такие. Вот я вчера стояла в очереди в библиотеку, представляете? А три таких мальчика подходят, меня так пихнули. А я думаю, что это такое? Ой, девочек вообще-то пропускать надо. Все, идем. Так, мальчики, вам что, особое приглашение нужно? Бегом в душ и в класс сразу. О, Джессика Кэт, проходите, мы за вами. Блин, это же Даша поет. Ну да, кто же еще? Давай к ней туда зайдем, посмотрим. Ну она ж не это, она закрылась. Блин. Девочки, вот вы мне скажите, пожалуйста, где были ленивицы во время урока физкультуры, а? Тебе повезло, что начался урок. На следующей перемене я тебе наваляю. Ну посмотрим, а ты что стоишь? Настюх, у вас все хорошо? Нет, я попросила ее принести яблоко, а она меня луком накормила. Как здесь все может быть хорошо? Ладно, я просто спросила. Ребят, может хватит уже? Давайте уже начнем урок. Тем более физика – это мой любимый предмет. Физика – ее любимый предмет. Джессика Кэт, можно, пожалуйста, выйти? А то тут одна меня луком накормила, и теперь все во рту воняет. Так, одна нога здесь, другая там. И не задерживайся. Настюха! Пацаны, что вы хотели? У меня тут этот лук воняет.
Короче, у нас к тебе дело. Нам нужно попасть в ванную, а там двери закрыты. А у тебя ногти длинные, они смогут их открыть. Да, нам нужна твоя помощь. Зачем вам в ту ванную? Что вам там нужно? Да, Настюха, ты нам подруга или нет? Да, ты моя девушка или нет? Ладно, пойдемте. Катюха, отстань. Ну, Катюха. Ну, Катюха. Я же сказала, отстань. Да больно надо, сама посижу. Ну, Настюха, ну что там, давай быстрее. Я не буду вам открывать, там кто-то есть. Ну, Настюха, ну, пожалуйста. Что, пожалуйста, ничего я открывать не буду. У тебя вообще-то я есть. Ну и ладно, и без тебя справимся. Ты слышал? Щелчок. Дверь открылась. Погнали. О, моется. Ага, еще и поет. Вот певица. Дэн, ты телефон брал? Нет, а что, надо? Конечно надо, такое не каждый день происходит. Ну я не знал. Все, давай. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me.